Я летаю в облаках, что однажды я там счастье найду. Неплохо поразвлеклись, красотуля. Ага, слушай. Только между нами, ясно? Я не хочу, чтобы все думали, будто я продаюсь каждому встречному. Это так, халтурка. Смекаешь? Да как скажешь, шлюшка. Ай, ой, как я оскорблен. Перезвони мне, как придумаешь что-то более оригинальное, драный ты мешок говна конского. Передавай женушке привет, пупсик. Драный мешок говна конского, на что мне опять... Выкуси трансвестюля! Боже ж мой! Моя дурь! Пипец! Ух ты! Эти грешники сопливые даже мешать не смеют моей оккупации территории! Мудрое решение! Мощь моих машин непревзойдённа! Другие демоны мне в подрёвки даже не годятся! Блин! Это было просто обалденно, босс! Да! Мы им показали, чё почём! Особенно, когда трахнули их из лучемёта! Эх, вот бы он и меня из лучемёта трахнул! Такими темпами я полностью захвачу всю западную часть пентаграммы до конца дня! И ничто, ни одна жалкая тварь в этой гиене страданий не сможет вырвать империю из моей змеиной хватки! Ура! Балдёж! Ад будет мой! И все, наконец, запомнят имя сэра... Чёрт, Башмик! Пардон? Кто это сказал? Чё ты там тявкал обо мне? Ты заровил жареной курицы, я спрашиваю! Это не мы, мистер Босс, сэр. Нарываешься на драку? Старпион! Может, уберешь свою сраную погремушку с моей территории, пока я не разнесла ее? Ой, хочешь пободаться, милочка? Да я только рад! Доброго дня, я Кэсси Хилджой. А я Том Трэч. На западе Пентаграм-Сити развернулся хаос из-за территориальной войны между криминальным авторитетом сэром Пентиусом и бойкой взрывашкой Черепом. Верно, Том. После недавнего истребления многие зоны только и ждут захвата. Демоны со всего ада сцепились в борьбе за новую территорию. А эти двое не на шутку разошлись, да? Разборки психовооруженных на зубок – гвоздь этой программы. А вот болт программы я бы из-за зубы присунул. Ну ты хуйло по ухи, Том. Хотя о чем это я? Какой хуй? Далее в программе у нас эксклюзивное интервью с дочерью владыки ада, которая хочет обсудить свой новый проект мечты. Это и многое другое после рекламы. Удавись, жалкая сука. Окей. Помнишь, что говорить? Да, все получится. Просто смотри на меня, я не дам растеряться. Да ладно, Вэгги, я знаю, что говорить. Просто мне хотелось бы, ну, не знаю, сделать все поинтереснее. О, что если я... Споешь песню об этом? Ты знала, что я так скажу. Потому что я знаю тебя, но прошу, не пой. Все серьезно. Но ты же знаешь, что я гуру в выражении себя через... песни. Но жизнь не мюзикл, Лап. Ладно, но я думала, о чем еще можно рассказать. И выделила лучшие части. А, тут все выделено. Это что, рисунок? Да, а тут счастливый конец. У всех улыбки, все рады и все в раю. Не думаю, что все так просто. Умоляю, не отходи от того, что мы изначально задумали. И не смей петь. Ладно, ладно.
Буду рассчитывать лишь на свои отменные навыки импровизации. Здрасте, я Чарли. Кэти Киллджой. Я сказала бы, что рада встрече, но соврала бы. И руку можешь убрать. Я не трогаю лесбушек. Из принципа. Да? Ну и как получается? Слушай, мое время – деньги. Объясню кратко. Ты здесь не потому, что мы хотим, а потому, что у Джеффри не сложилось сняться в кулинарном шоу каннибалов. Ты, может, и королевская шишка, но мне абсолютно насрать. Я слишком богата и влиятельна, чтобы мне не было до пизды на хрень, которую хочет прорекламить принцесса-демон в пиджачке. Но я... Так что не строй мне глазки, милая, или я закопаю тебя к хуям. И мы в эфире! С возвращением! Итак, Шмарли? Я Чарли. Плевать. Расскажи-ка нам про свой новый проект мечты, о котором ты прожужжала все уши в нашей студии. Итак... Как многие из вас знают, я родилась здесь, в аду, и взрослея я пыталась находить все хорошее вокруг меня. Ад — это мой дом, и вы мой народ. Мы прошли через очередное истребление. Мы потеряли много душ, и мне больно на сердце, когда я вижу, как мой народ страдает каждый год, не получая даже малейшего шанса. Я не могу стоять смирно, пока в доме, который я люблю, творится подобное насилие. И вот я подумала, а можно ли найти более гуманный способ избавиться от перенаселения здесь, в аду? Есть ли какой-то альтернативный способ изменять наши души через... искупление? Что ж, думаю, есть. И именно этого мой проект и пытается достичь. Леди и джентльмены, я открываю первый в своем роде. Отель для реабилитации грешников. Ну, типа ведь в отелях люди остаются ненадолго. Да она чё, натура? Она думает! Ну и поехали. Думаю, он послужит цели, место, в котором можно заслужить искупление. Ура! Тупая сучка. Слушайте, у каждого из вас есть что-то хорошее глубоко внутри. И я в это верю. Ладно, попробую объяснить понятнее. О, нет. Мечтаю я поставить цель, открыть новый фантастический отель. Лишь один. Кругов, с какого перепугу ты вообще решила, что во всем аду найдется хоть кто-то, кому не насрать на искупление? Ты свой экспериментик даже испытать не удосужилась. Хочешь, чтобы люди стали хорошими просто потому что? Что ж,
У нас уже есть участник, который верит в наше дело и который показал невероятные успехи. Ой, и кто бы это мог быть? Да так, кое-кто с именем Энджел Даст. Порно-звезда? Ты и его потрахнул, Том. И все равно, это не назвать достижением. Уверена, этот шлюхер на все согласится. Главное, в нужные дырки ему напихать порошок и смазку. Ох, осмелюсь возразить. Ни капли в рот, ни грамма в нос, ни сантиметра. Проблем уже 2 недели. Срочные новости! Мы получили сообщение о новом игроке на поле уличных разборок. Включаем прямой эфир. Вот дерьмо. Вот дерьмо уж точно. Похоже, что к войне присоединился никто иной, как известный порноактер Энджел Даст. Какое сочное совпадение! Наверняка чувствуешь себя полной дурой. Скандальчик! Не смотрите сюда! Что ж, похоже, твой никчемный проектик умер в зародыше. Расскажи, каково это быть такой неудачницей? Да, ну что ж, а каково это, когда у меня твоя ручка, а? Сука! Упс. Эй, спасибо за подмогу, Энджи! Ты шутишь? Да я такой движухи 100 лет не видел! Где ты пропадал? Я думала, Дэн перед нас паду. Да уж, если бы. Я торчал в том говноотеле на другом конце города. Какие-то кикиморы разрешили мне жить бесплатно, если не буду шалить. Ну знаешь, никаких там драк, приколов или грязных словечек. Прям так и сказали. Скука смертная с этими суками. Я чист уже 2 недели. Охереть. Ну, почти чист. Ха, чист прямо как хуева точка беленького снежочка. О, да, папочка жестче. Сын? Шляндры безвкусные, запомните. На войне побеждает не сила, побеждает стиль. Ну или тот, кто не помер. Кстати, о стиле. У тебя же типа живая шляпа, да? О, что ж, это не твое собачье дело. Сечешь? Так значит, тебе больше нравится быть снизу? Ой! Я тебе так вдую, что копыта откинешь. О, проказник. Не в том смысле, извращенец. Ну, что, вот и отымели тебя! Знаешь, тебе бы надо следить за своим языком. Я выдаю пошлые шуточки постоянно! И очевидно, что у тебя все мимо кассы. Ну, правда, жалкая хрень! Не думаешь, что это вызовет у тебя проблемы? Да что случится из-за маленькой драки? Помогите! Ты вообще не изменился! Ты в курсе, что тусить с тобой один кайф? Ну еще бы, сисенька! Готов с этим кончать? Кончить я всегда рад!